Вот в интернете обсуждают темы, как работает МПГ. И в основном много отзывов, которые позитивно рассказывают о том, как он хорошо работает. Но есть много негатива. И вот одну негативную историю возьмут люди и мусолят ее, мусолят. Вот у меня был такой случай с моим партнером. Но это сейчас он партнер, а до этого он не был. У него машина у отца, дизельный Sanyong Action. Он залил буст, и у него машина стала плохо заводиться. После этого она стала троить и плохо ехать. Он поехал на СТО, вскрыли ему двигатель, и все мастера сказали, что из-за буста машина стала. Но как выяснилось, они заправлялись солярой, которую покупали по деревням. И такой нагар образовался на клапанах, что когда начали заливать продукт, а потом он еще и залил промывку, этот нагар просто отпал, вот куски угля отпали и попали между клапаном и головкой, и поломали, и согнули эти клапана, ну и от этого машина начала. То есть просто совпадение. Не то, что совпадение, а люди сначала гробили свою машину, а потом решили ее вот таким образом восстановить и сделать ее новой. Да, но чудес не бывает. Но что вы думаете, этот человек все равно начал опять после ремонта, начал заливать буст, у него появилась экономия, он Волга-партнер, Волга пробил. И вот так такие истории могут заканчиваться. А кто-то вышел и дальше матюкал наш бизнес и негативно сказывался о продукте МПГ. Удачи вам!